В начале 90-х, во время первого визита российского военного корабля в США, американские спецназовцы, морские котики, пригласили к себе в гости на базу старшего нашей делегации, адмирала Игоря Касатонова. И показывают ему вот столовая, тир, спортзал. И везде на стенах один и тот же портрет. Адмирал никак не мог вспомнить. Лицо знакомое. Американцы удивились. Да это же советский Джеймс Бонд, агент 007. Наш пример для подражания. Действительно, Виктор Леонов, дважды герой Советского Союза, личный враг Гитлера, человек-легенда для профессионалов, совершенно незнакомый для обычных людей. Подмосковный Зарайск, школа, в которой учился Виктор Леонов. Дети поют песню «Прощайте, скалистые горы». В послевоенные годы эта песня была необычайно популярна, как «Рио Рита», «Катюша». Сегодня не то что молодежь, даже из ветеранов мало кто знает, что композитор Евгений Жарковский посвятил эту песню своему другу, разведчику Леонову, громившему фашистские тылы на территории Норвегии. Во время войны на советском севере гитлеровцам так и не удалось добиться серьезного успеха. Да, был под угрозой захвата Мурманск, но на пути немцев стали добровольцы полярной дивизии. Воевали моряки, пехота, летчики, порой в самом прямом смысле до последней капли крови. Но даже на фоне общего героизма операции, который проводил 181-й разведотряд Северного флота, поражали воображение. Мы в Санкт-Петербурге, в гостях у Павла Колосова. Он воевал с легендарным Леоновым бок о бок, рядовым бойцом. Сегодня ему под 90, но Павел Гордеевич помнит все до мельчайших деталей. Рассказывает, что их разведотряд сформировали уже через месяц после начала войны. Людей в него подбирали особых. Разведчики месяцами перемещались по глубоким тылам врага, совершая одну удачную диверсию за другой. В отряд поначалу вообще было очень трудно попасть. Несмотря на то, что из отряда, значит, из многих походов не все приходили обратно. И все-таки ребята, значит, рвались. Потому что, ну, всем хотелось, значит, это самое, отомстить за родных, за близких. Допустим, как я пришел в отряд. Вот я получил известие, что у меня в Ленинграде погибли отец, брат, бабушка, ну и другие родственники. Павел Гордеевич рассказывал, что Виктор Леонов пришел в разведку обычным матросом, а войну закончил уже командиром отряда. Леонов до войны он считался одним из хороших, очень хороших лыжников на севере. Крупный, плотный, такой импозантный мужичок был, это самое, по-честному хочу сказать. Ну, он такой уравновешенный, спокойный. Ну, хорошо, пошли. И надо ходил с нами вместе тоже, значит, стрелять. Мы выходили туда в Палую Губу, там тир у нас был, стрелял с парабеллума. В основном, значит, это тренировался. Весной 42-го моряки получили приказ отвлечь внимание противника от действий наших основных сил. Для этого разведотряду было поручено штурмом взять опорный пункт в глубоком тылу врага, на мысе Могильный. Основная масса отряда вот не смогла прорваться. А Леонов в составе группы Шелавина и со своим отделением проскочили и разгромили этот опорный пункт. Немцы поверили, что это и есть направление основного нашего удара, и бросили все силы на маленькую группу разведчиков, которых неминуемо ждала смерть. Леонов взял на себя командование, и они, значит, 8 человек, он вывел их всех. Только благодаря действительно вот его очень твердой воле, решимости, он сплотил этих ребят. Хотя положение было безвыходное. Там застрелился один, еще там у нас масса было неприятностей там, потому что казалось, что уже все, хана. Руководство Северного флота намечало цели, которые находились настолько глубоко в тылу врага и так сильно были укреплены, что о нападении на них не могло быть и речи. Но приказ получали разведчики Леонова, и цели всегда уничтожались. Штабы, склады, аэродромы. За ними охотились фашистские зондеркоманды, но леоновцы были неуловимы. Все мы отлично понимали, что там, в тылу, мы беззащитны. Никакая там конвенция, там международная нас не может защитить, потому что мы ходили без погон,
без знаков различия, без документов, и даже самокрутки из этого самого, из газеты «Правды» нельзя было брать с собой. 44-й год. На всех фронтах успех Красной Армии, на севере позиционная война. Немцы боялись наших диверсантов, но вот новая атака Леонова. Разведчики взяли штурмом батарею на мысе Крестовом. Отбив вот эту первую атаку, отбив вторую атаку, Леонов отвел отряд на сопку, с которой мы начинали. Потом, значит, какая-то передышка, немцы опять лезут, значит, это самое. А мы, значит, то потеряешь сознание, то отойдешь. Ну, раненый, значит, вот так собратишь, когда немцы там лезут уже совсем близко. Кинул гранату и потом сам. Там треск, газ. Кто-то валун туда скинет, значит, это самое. Короче говоря, мы там отстояли эту высоту. Мурманская область, город Полярный. Здесь во время войны находился штаб Северного флота. Отсюда и отправлялись разведчики на свои задания. А вот здесь у вас стенд, посвященный Леонову, в музее есть, да? Вот портреты Виктора Николаевича. Мы в штаб-квартире поисковиков Кольского полуострова. Константин Добровольский – лидер этого движения. Лично знал легендарного разведчика. Он показывает нам чудом сохранившийся выпуск флотской газеты, где как раз описан подвиг моряков на мысе Крестовом. Значит, здесь уже вот как раз 44-й год, когда блокировали Крестовый, и вот пленные немцы стоят. Это все те, которые... Немцы на Крестовый были в плен взяты. Но... Крестовый как раз Лина Хамарик. Да, это Виктор Николаевич получил звание Героя Советского Союза. Разведчики пленили 60 гитлеровцев, а Леонов получил свою первую звезду Героя. А это уникальная хроника 70-х годов. Это и есть тот самый мыс Крестовый. Ветераны отряда Леонов встречаются на месте боя. И здесь вместе с ними их командир. Для нас тогда, когда из каждой щели, из каждой расщельны стреляют, было трудно, очень трудно. Но задача была убрать оборонительное сооружение мыса Крестового, ибо это кинжал, вставленный в горло входа. И если бы мы не убрали этот кинжал, не могли бы наши корабли войти в этот залив. Мы снова в Зарайске. Поразительный городок. Родина семи героев Советского Союза. Татьяна Леонова, дочь легендарного разведчика, показывает нам памятник Виктору Леонову, который возвели еще в 50-х. Есть такое правило. Дважды героям у нас ставят памятники еще при жизни. Бывало, отец героя Николай Родионович приводил сюда своих внуков, детей Леонова. Воспитывал. У меня еще три брата. И нас на лето, когда отправляли, вот какие-то шалости, кто-то что-то сделал. Дедушка за руку водил сюда и здесь проводил воспитательный урок. Рассказывал папе, как себя сын плохо вел. То есть это было как такая вот, ну, не наказание, но, в общем. И вечером, допустим, да, ну, мы в письма писали, естественно, на почту ходили, если на почту идем, папа меня опять водил туда. Знаешь, провинился. Вторую звезду героя Виктор Леонов получил уже на другой войне, советско-японской. В 45-м, после капитуляции Германии, разведотряд Виктора Леонова перебросили на Тихоокеанский флот. Для Владимира Толстикова, который сегодня живет в Москве, война началась на Дальнем Востоке. Он был личным связным Виктора Леонова, а заодно и отвечал за его безопасность. Владимир Георгиевич рассказал нам, что минимальные потери в отряде – это не миф, а реальность. Не верили до поры до времени. Но когда об отряде уже пошли легенды, то уже во все верили. Что уже было, так, было такое уже представление, что этот отряд все может. Разведчики Леонова проникали в корейские порты, оккупированные японцами, еще до высадки морской пехоты. Громили штабы и наводили ужас на противника. Однажды в городке Сейсин пришлось штурмовать сильнейшие укрепления. Самураи оборонялись до последнего. Бой был очень тяжелым и длился около двух суток. После высадки мы прорвались к центру города. Появилась возможность воспретить противнику путь отхода от Сейсина.
В другой раз наши морпехи никак не могли захватить аэродром, с которого постоянно взлетали японские самолеты. Разведчики справились. Мало того, что они блокировали взлетную полосу, но Леонов, взяв с собой несколько бойцов, в том числе Владимира Толстикова, отправился в штаб врага, к их коменданту. Обычно Леонов вел сам переговоры. Или там, когда с ним кто-нибудь из штаба флота был, вели, там несколько раз была эта процедура. Значит, и он говорит, да сейчас так, сейчас, как тут гранаты, к чертовой матери, все будет, сейчас, конец вам всем будет. Ну вот я, значит, встал, стою на готове, причем так, делая вид, что в любое время готов рвануть тут. Значит, тут еще ребята тоже были, значит, так. А это Леонов жмет на него. Он сопротивляется, потом, значит, в конце концов, уломали. В результате, после захвата аэродрома и уговоров коменданта вражеского гарнизона, Леонов со своими разведчиками взял в плен 3500 японских солдат и офицеров. Зарайской школе, в которой учился Виктор Леонов, более 100 лет. Были здесь когда-то и комсомольцы, и пионеры, а теперь есть леоновцы. У них свой музей, в нем вся биография Виктора Николаевича. Дочь его Татьяна рассказала нам, что в быту легендарный разведчик, грозный диверсант, был тихим, скромным человеком. Как-то дедушка одного из учеников свалял валенки специально для Леонова и передал их в подарок герою в Москву. У него больные ноги были, у него ранение было в ногу. Привезли валенки, вот они здесь хорошо их видно. И эти валенки он носил, ну, долгие годы, очень долго он их носил. Знаете, как говорят, вот жестокие люди такие, жестокие, они, как правило, сентиментальны. Это не я придумала, он действительно был сентиментален. Он, слезу из него выжималась, вот легко. Вот тогда, когда он мог, наверное, себе позволить. Вот здесь он, естественно, слезка потекла. Есть одно место, где часто вспоминают о Викторе Леонове. Североморск, как говорят, столица Северного флота. Здесь даже есть боевой корабль, которому присвоено имя легендарного разведчика. А рядом с причалом памятник бойцам 181-го отряда, погибшим в годы войны. Сегодня их в живых единицы. Командир отряда Виктор Леонов скончался в 2003 году. Есть люди, которые в обычной жизни незаметны. И вдруг война. И оказывается, без таких, как они, не обойтись. Дерзких, преданных родине бойцов. Потом победа, и они, эти герои, снова становятся незаметными. Так и разведчик Виктор Леонов. Вскоре после войны был уволен в запас, но память о нем навсегда останется в наших сердцах.